Георгий, поздравляю вас с победой. И многие отмечают, что матчи второго этапа, они очень похожи на плей-офф. Сегодняшний не стал у нас исключением. Согласны? Да, второй этап больше похож на плей-офф. Команды борются за более высшую позицию среди шести команд. И эта игра не стала исключением. И Красноярск приехал с боевым настроем побеждать. Но «Зенит» уже не то, что был в начале сезона. Мы встали на рельсы и поехали. Поэтому будем ехать и побеждать каждую игру. Как ваше самочувствие после такого огненного матча? Ну, у меня как будто бы осталась недосказанность. 5 фолов. Не совсем понял некоторые из них. Но в целом, конечно, эмоционально выжат. Надо будет восстановиться. Впереди кубок, надо готовиться уже к нему. 2 овертайма. Сможете ли вы припомнить подобный матч в своей карьере? 2 овертайма? Да, я думаю, 100% были, но на ум так не приходят. Да, это, конечно, редкое явление. Я думаю, мы подарили зрелище, главное, зрителям. И все кайфанули от игры. Команда начала очень уверенно. У нас было плюс 13. Затем Енисей приблизился все еще, сравнял. И как допустили так? Да, потеряли концентрацию к концу первой половины и в начале второй. Была потеря концентрации, не выполняли то, о чем договаривались. И немножко подпустили их к себе ближе. И вот просто потеря концентрации, но потом собрались и довели дело до конца. Какой по итогу фактор стал решающим в овертайме? Фактор вообще всей игры решающим стал, что в составе наконец-то появился Сергей Торопов. Наш талисман удачи. Когда он в составе, мы всегда побеждаем. Минутка серьезных вопросов на «Зенит ТВ». Следующая неделя у нас будет масленичная. Сколько блинов вы планируете съесть? Не знаю, у меня жена очень шикарно готовит. Боюсь съесть больше нормы и поправиться. Поэтому буду держать тебя в руках.